Более 2 миллиардов рублей дополнительно. Депутаты Пермской городской думы приняли изменения в бюджет на ближайшую трехлетку. Деньги будут направлены на реконструкцию спорткомплекса «Спартак», строительство бассейна в микрорайоне «Парковый», капитальный ремонт Комсомольского проспекта и других крупных городских дорог. Значительная часть средств будет направлена на поддержку приоритетных национальных проектов. Национальные проекты, которые сегодня являются ключевым приоритетом для любого муниципального образования, город Пермь, конечно же, не исключение. Один из примеров, можно сказать, что мы сегодня посмотрели и приняли расходные обязательства по ветхоаварийному жилью. И вот это ровно тот пример, который сегодня находится, в принципе, на депутатском контроле. Депутаты к вопросу формирования адресной программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов возвращаются уже не первый раз. Для того, чтобы программа была принята и работала, необходимо доработать ее в первую очередь на федеральном уровне. Мы пытаемся сформировать программу 2019-2025. Время у нас еще есть. Мы сегодня приняли решение об отнесении срока поручения администрации, которым было обозначено еще 1 апреля. Значит, сегодня мы перенесли на несколько месяцев. Я думаю, что этого достаточно будет для того, чтобы мы учли и федеральное законодательство, изменения, и краевые направления работы. Ну и, естественно, программа должна заработать. Наверное, каждый пермяк, ну или почти каждый, слышал о проекте «Пермь-300». Город активно готовится к празднованию юбилея. Внесение изменений в генплан города Перми позволит реализовать все необходимые работы по подготовке краевой столицы, которых запланировано немало. Очень серьезные мероприятия запланированы в центральном планировочном районе. Это и строительство новых улиц местного значения, увеличение пропускной способности уже существующих улиц, повышение безопасности дорожного движения путем создания и реконструкции уже существующих второстепенных проездов. Это и создание новых пространств общественных. Ну а следующее пленарное заседание в стенах городского парламента состоится уже в августе, после парламентских каникул. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».